Всем привет, с вами канал Алекс Дэн Про, и это LEGO Nexo Knights Marlock 2.0. Уровень 3-4, сокрушительный гнев. Просто ужас какой-то, да? Темная энергия с запретной силой перетекала в каменного великана. Нам предлагают выбрать боевые доспехи. Опасный босс. Так, мы же, пожалуй, выберем уже имеющуюся у нас серию «Растущие стычки». Отличная комбо-сила. Комбинация просто замечательная, подходит для большинства боев. Как видите, две из сил, а именно булава желтенький, да? Были зеленым ободком обведены, то есть обозначает, что максимально подходят для этого уровня. Я проверял разные комбинации, но это понравилось мне тем, что обладает невероятным уроном. Так, обходим препятствия. Пауки. С легкостью разделываемся с этой мелкой шпаною. Некса шпана и хулиганы. Так, идем дальше. Опять обходим препятствия. Так. И все. И он думает, что сможет меня этим победить. Я не пойму, кого тут нужно бить. Ну давайте вот так. Ха, почти 17 тысяч, видели, да? Вот что я называю отличной Nexo-силой. Кого ж тут бить, не пойму. Того, который бегает. Так. Давайте, добьем уже. Мальчик. Очень-очень мощный набор Nexo-сил. Вам советую. Кстати, многие наборы Nexo-сил, именно комбинации, сами Nexo-силы вы можете найти на нашем канале. Заходите в видео и выбирайте плейлист Nexo-силы. Или же просто ищите в наших видео. Разделались вообще, да, то есть использовали только один раз нашу Nexo-силу и уже победили. Да, какая легкотня.
Кстати, я тут накачал новых белых нексосил, насканировал. Хочу их поразвивать. Такого вот исцеления возьмем еще на всякий случай. Вообще советую вам всегда иметь одну исцеляющую силу в вашем наборе. Разные бывают ситуации, иногда необходимо воспользоваться исцелением. Во всех наборах, как белых, желтых, зеленых, в любых есть всегда исцеляющие силы. Такой вот наш Фортрекс подъехал. И Аксель. Видите, какие у него доспехи? Уже фиолетовый. Да? А топор вообще золотой. Такой наш. Светится желтый. Уже пятый уровень топора. Кто хочет отведать топорика? А, это которые сами взрываются. Видели? 2400 урона. Вот еще 2500. Вот с двух таких ударов уничтожаем хорошего воина. Да, чуть подождем. Удар. 4000. Эти сами взрываются, поэтому будем просто так вот подходить к ним и убегать, да, такие, чтобы они нас не задели. Паучки. Ну, паучков тоже сейчас с одного удара, наверное. Бахичи. Вот такой вот у нас мощный аксель, да. Но, кстати, для того, чтобы накопить нексосилу побыстрее, чтобы заполнилась энергия, шкала вот нексосилы, рекомендуется все же наносить много мелких ударов слабых, да? Давайте посмотрим. Видите, как быстро пошла шкала заполняться нашей нексосилы? А ведь мы убили пока только одного монстра. Кстати, что еще интересно, когда вы убиваете монстров с сильного удара акселем, которые вот эти вот электрические, да, взрываются, они тогда не наносят урона, вот смотрите. Они наносят, что-то не то. Или это паук был, я что-то не понял. Ну ладно. Сейчас давайте, знаете что, давайте сейчас используем нашу какую-нибудь нексосилу. Я вообще считаю, что аксель должен быть у каждого игрока настоящий лего, вот, мини-фигурка. Как признак одного из самых сильных и мощных героев. Как вы видите, бьем один раз и очень сильный урон наносится. Ну, как бы эта нексосила не очень мне нравится. Я ее поставил просто для того, чтобы развить. О, кто это такой? Каменный боец. Вот это вот дикий кабан. Видите, стреляем дикими кабанами прям. Что, все? Я-то думал, тут что-то будет серьезно. Ну, какой-то... какой-то слабенький монстр. Где он? Где аксель? Вы видели, он упал, и у него стали жизни прибавляться. Регенерация. Кому что мы там насобирали. О, добавился уровень. Это очень хорошо, да. Прям отлично, я даже сказал. Ну, нексосила по чуть-чуть заполнилась, да, у нас. Так, что это такое? Копье ланса. Шлем. Вот, вот шлемы отлично, да. Я акселя улучшаю. Вот и улучшаю еще вот нашего Клея. Прям. Три штуки штанов дали. Ну, пока все. Не будем пока никого мы улучшать. Так,
предлагают нам выполнить эту миссию еще там. Давайте посмотрим, что там еще есть. Без всяких куриных ножек, двумя рыцарями. Давайте, знаете что, давайте вот эту вот миссию выполним. Каждый день облако Monstrex добавляет на карту одну случайную миссию. Дополнительную. Давайте сейчас посмотрим, что здесь. Ну, награды там, как правило, средние. И на прохождение миссии отводится всего лишь 8 часов. Солдат-воин. Так, опять выходит наш победный Аксель. Аксель победоносный. Вообще Аксель обжора. Он любит поесть. Если его не кормить, то он себя очень плохо чувствует. У него начинается депрессия. Он грустит, поэтому нужно его почаще кормить. А без куриных ножек ему очень тяжело жить. Очень сильные удары просто. Фу. Я поражаюсь, вот до какого уровня я его докачал, да? Постоянные улучшения дают о себе знать. Удары топора сокрушают даже самых крепких врагов, самых опасных, даже боссов бьют, и я ни о чем не переживаю. Ну, хотя были, конечно, сражения, там, где Аксель один не справился в одиночку, ему пришел на помощь Клей. Я бился с одним из боссов, босс оказался очень крепким, очень сильным, и смог победить Акселя. Солдат-воин. Как вы видите, солдат-воин, он бьет только с заряженного удара. То есть, вот, смотрите, он подходит, да, и начинает как бы копить силу для удара. Вот как сейчас я, к примеру. Только у него контакт идет близкий, а у меня идет почти дальняя дистанция. Давайте сейчас немножечко отбьем его и используем потом наши некса-силы. Давайте накопим чуть-чуть некса-силы. Для начала давайте пополним жизнь. Запустим процесс регенерации. Все, улетел. Что там бить-то? Впечатляет. Да. Приземлился прямо на этого солдата-воина. Кабанчики. Так. Кабанчиков попускали, да? Ну и давайте сейчас еще чуть подождем. Третью нашу Некса-силу используем, чтобы добавился тоже. Чтобы добавился уровень этой Некса-силы. Насобирали сколько всего интересного. Всего лишь два уровня было, да? Две зоны. Что нам тут дали? Так, лего-гвозди дали. Броня, пистолет, штанишки уже, четвертые, да, штанишки нам себе. Опа, есть! Оказывается, у нас были штанишки, а мы даже их не улучшили. Давайте попробуем улучшить штанишки на Аксель. Как вы видите, Мэйси я не улучшаю, потому как не использую. И Аарона тоже. А вот Аксель у меня, скажем так, передовой воин. Хо, четвертый уровень штанишек. Стали коричневые, да. Где мои коричневые штаны? Так, отлично. А потом будут золотые. Вот золотые, наверное, будут самые красивые. Так.
Ну что, давайте еще один какой-нибудь уровень посмотрим, да? Так, это что такое? Это уровень, опять же, с нашим механическим доспехом, да? Что примечательно, в механических доспехах там используются комбо-щиты сразу с тремя силами. Смотрите, войдите в LEGO ID, чтобы открыть боевой доспех Акселя. У меня просто сейчас нет подключения к интернету, поэтому я не смогу сейчас войти. Но стоит один раз вам пройти регистрацию, войти в свой LEGO ID, и вы будете получать больше награду удвоенную, да, и плюс. Так, давайте, знаете что, давайте попробуем какую-нибудь другую, да, еще нашу Нексосилу. Вот комбо-набор наш. Ну, давайте возьмем первый комбо-набор, он должен быть у всех. Это который, так сказать, базовый. Всем игрокам дается. Плохо, что когда сканируешь комбо-силы, не добавляются они сразу в виде щитов на обычных героев. То есть комбо-силы отдельно, комбо-щиты, Нексо-силы отдельно. И из Нексо-сил нельзя собрать комбо-щит. Вот это вот тоже как-то оно так непродумано, что ли, вышло. Так бы можно было самому, да, собирать из имеющихся своих же Нексо-сил и все. Так, а кто это такой бегает, я не пойму. А, я вспомнил. Это его нужно уничтожить, чтобы он выдал нам побольше осколков памяти Мерлока. А ну стоять. А их убежал, скрылся в камне. Но я думал, это какой-то хороший. Отлично. О, видите, ноль урона. Потому что нужно его с сильного удара только разбивать. У него была каменная защита. Скорпион? Сейчас я уже комбо-силу не буду использовать. Давайте дождемся следующего раунда. В принципе, потрепали тут хорошо меня, смотрите, да? Отняли примерно пятую, а то и четвертую часть жизни. А это что такое? Какие-то бочки. А, чтобы взорвать бочку, надо взрывную волну запустить. А ну давайте попробуем. Бабах! А, да, действительно, что-то как-то оно сработало. Все взорвалось тут. Смотрите, взорвется, да, бочка, наверное? Угу, точно. Еще сундучок. Обожаю сундучки. Почему нет уровня там, где идешь и сплошные сундучки? Собирал бы таких много-много там всяких чертежей. Так, а кто у нас тут? Пауки. Угу. Хорошо, что у меня нет арахнофобии. Ха, получайте. Вот и все, да. Собираем память Мерлока, осколки памяти. Еще пауки и скорпион. Скорпионы, как правило, очень крепкие, у них много здоровья. Так, это кто такой? Каменный страж. Каменник страж. Сейчас мы его быстренько тут доведем до кондиции.
Красиво, да? Смотрится вот так. А что мы тут насобирали? Оно интереснее что-нибудь будет в сундучках? Новый уровень, 59 уровень уже, отлично. Так. Это понятно, у меня нексосилы уже максимального уровня. Меч дали, да. Ага. Ноги. Булава. Это все, как вы видите, для боевых доспехов. Вот. Чертежи для боевых доспехов. Ну, в принципе, много. Много. О, смотрите, даже можно улучшить наш боевой доспех. Давайте посмотрим, что же это такое. Броня. Так, туловище. Дает 7000 жизней и 150 защиты. Улучшаем, конечно же. Отлично. Так, а руки? 320 защиты, и я до сих пор их не улучшил. Ха. Вот такие широкие плечи стали у него теперь, смотрите. Да, красиво, смотрится красиво. И мощность увеличилась в разы просто. Крутяк. Так, ну, я полагаю, на этом сегодня все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.